трамвай паркының ғимараты 1972 жылы салынған. Білесіздер, жаңадан трамвайлар аласымыз. Нау, рейстерін жаңартып жатырмыз. Бір мәселе бұл жерде шешілмейтін ғимараттар, өте ескі. Мына қарасаңыздар, төбелері 70-ші жылдан бастап ауысып қалған. Апатты жағдайда төбесі құласа, ішінде тұрған трамвайлардың бәрі қирай сынады, сондықтан да былтыр біз қаржы бөлгенбіз, осы бір ғимаратты, негізгі ғимаратты ауыстырдық. Енді мына көрші қатарындағы ғимараттарды ауыстыратын боламыз. Вы знаете, что я периодически посещаю трамвайный парк. Почему? Здесь есть несколько проблем. Многое пережил это предприятие. Сейчас занимаемся реабилитацией этого предприятия. Здесь мы предприняли несколько шагов. Один из них, вот сегодня мы проверяем, это капитальный ремонт зданий трамвайного парка. Вот мы сейчас стоим в этом здании. Оно построено в 1972 году. И после этого ни разу не было ремонта. И мы сейчас решили вопрос одно здание. Теперь должны соседние здания тоже должны быть. Около 4 километров мы отремонтировали трамвайных рельсов. Мы меняем контакты сети. Закупили 4 новых трамвая. Делаем реставрацию старых трамваев. И эти все шаги – это вот реальные работы по реабилитации трамвайного парка.